Здравствуйте, я Андрей Тарасенко и наши полезные советы. Сегодня мы поговорим об ошибках, которые, ну, иногда преследуют нас в нашей хозяйственной деятельности. Перед вами пресс, которым мы выдавливали сок из яблок, винограда, вот, и так далее. Эксплуатация из-за неправильных действий, скажем так, оператора, соседа, вышел из строя сам пресс. Вот посмотрите, как вывернуло и загнуло эту балку, в которую упирается домкрат. То есть человек отжимал сок и давил так, что выгнуло аж эту балку, вместо того, чтобы правильно его это сам посмотрел. Ага, значит, уже достаточно. Ну, делать нечего. Что мы сделаем с этим прессом? Исходя из тех недостатков, которые мы выявили, мы сделаем что? Обрежем вверх вот эту часть, выбросим, заменим ее. Эти стойки, ну, немножко удлиним. Свяжем дополнительной такой же перекладиной. Сюда поставим усиленную перекладину. И сверху поставим еще упоры, чтобы придать жесткость всей этой конструкции. Здесь мы укоротим вот эту вот планку. Вот, и сюда поставим еще ролики, чтобы вот этот вот сам нажиматель вот, более плавно ходил по вот этим направляющим.